на станочек. Вроде бы уже тут все собрано. Вот пришлось закрепить катушку. Тут. Чтобы удобнее было. Места мало. Вот. Тут всякие шестереночки. Кривые, без шайбочек. Ну, в общем, все как обычно. Вот тут система натяжения. Ну, тоже в моей конфигурации сейчас второй ролик не нужен. Вот, ну. Так, вот так это работает. И так интересно она. Вот сейчас будет переключать. Вот доходит до края. Оп. И поехала в другую сторону. Ручкой крутится. Несложно. Можно даже сказать, легко. Так же самое доходит в другую сторону и тоже переключается. Вот это вот стопорные, вот их два винта, просто они ставятся как стопора, откуда идет переключалка. Ну и все, вот уже тут сколько. 4000 уже накрутил. Как говорится, нехотя. Ну, в общем, ничего. Вполне себе нормально.